Карел Чапек. Как ставится пьеса. Сценарий и текст песни Сергея Богомазова. Музыка Оскара Фельцмана. В роли рассказчика народный артист республики Петкер. В роли автора пьесы народный артист республики Александр Комиссаров. В роли режиссера театра народный артист Советского Союза Топорков. Роли артистов театра исполняют: госпожа Мейзлик, артистка Дмитриева, госпожа Лозичка, артистка Мизери, господин Голубь, артист Леонидов, господин Густав, народный артист республики Попов, костюмер, заслуженный артист республики Мартинсон, девушка-шумовик, артистка Горюнова, звукоподражатель, артист Шавыкин. В передаче участвует эстрадный оркестр под управлением Виктора Клушевицкого. Постановка народного артиста республики Петкера. Спасибо. Довольно музыки. Разговор пойдет об очень серьезных вещах. В настоящем кратком, но поучительном обзоре нам хотелось бы рассказать о том, как возникает спектакль. Какие метаморфозы, претерпевает пьеса, прежде чем она, подобно бабочке, торжественно выпорхнет из кокона на премьере. Мы не намерены притворяться, что понимаем театр. Его не понимает никто. Ни люди, состарившиеся на подмостках, ни самые искушенные директора театров, ни даже газетные рецензенты. А что же касается авторов пьес, драматургов. Господи, боже мой. Если бы драматург мог заранее знать, будет ли его творение иметь успех. Вы слышите? Это голос автора. Крик его души. Вот он, первый виновник. Ведь в самом начале, в зародыше, пьеса, конечно, возникает вне театра, на письменном столе честолюбивого автора. В театр она попадает впервые, когда автору кажется, что пьеса, наконец, готова. Я был убежден, что она давно готова, и передал ее в театр. Но вскоре, примерно через полгода или около того, выяснилось, что пьеса не готова. Ее отправили мне обратно и предложили переделать последний акт. По каким-то необъяснимым причинам переделке всегда подлежит именно последний акт. И все же именно этот акт не удается на сцене. И критика именно в этом усматривает главную слабость пьесы. Да-да. Можно только удивляться, что, невзирая на такой печальный опыт, драматурги продолжают добиваться, чтобы у них в пьесе был последний акт. Слушайте, а может быть, вообще не следовало бы писать последних актов? А что, если взять за правило сразу же отрезать их, вот так, как обрезают молодым бульдогом хвост, чтобы он не портил фигуры? А вы знаете, в этой мысли что-то есть. Угу. Или играть пьесу от конца к началу, ибо, как известно, первый акт обычно признается лучшим. Позвольте. От конца к началу. Ну да, во всяком случае, надо же что-то предпринять, чтобы с драматургов было снято проклятие последнего акта. Я трижды переделывал этот последний акт, прежде чем пьеса была принята. Но теперь, надеюсь, все в порядке? О, да. Моя пьеса будет поставлена. И когда? Не знаю. Я жду. Я перестал писать и вообще чем-нибудь заниматься. Я не могу ни читать газет, ни витать в облаках, ни спать.
Я живу в лихорадке ожидания. Понимаю. Ведь только очень закаленные авторы умеют подавить волнение и сделать вид, что они иногда думают о чем-то другом. Не правда ли? Вы знаете, мне бы, конечно, хотелось... Нас никто не слышит? Нет, нет, пожалуйста. Мне бы хотелось, чтобы во время писания пьесы надо мной стоял театральный курьер и, еле переводя дух, твердил бы, что господа из дирекции просят, ради бога, поскорее прислать последний акт, что послезавтра премьера, что ему, курьеру, просто невозможно возвращаться без последнего акта, что... Но так не бывает. Принятая пьеса должна вылежаться в театре. Она там как бы вызревает и пропитывается запахом театра. А полежать ей нужно еще и для того, чтобы потом анонсировать ее как с нетерпением ожидаемую новинку. Все должно идти естественным путем. Когда пьеса достаточно вылежится и даже начнет эдак попахивать, ее пора подавать на сцену. Тогда-то и происходит встреча автора с режиссером будущего спектакля. Автор у режиссера. Войдите. Здравствуйте. Ах, дорогой мой, наконец-то, наконец-то. Садитесь, садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Курите. Благодарю вас. Мы так рады, когда в театр приходят свежие силы. Пора, пора, давно пора устроить хороший сквознячок в затхлом воздухе кулис. Ну-с, позвольте мне еще раз пожать руку, написавшую посох полковника. Паломника. Не понимаю. Какого паломника? Посох паломника. Это название моей пьесы. Ах, так, да-да-да-да. Ах, да, паломника. А я прочел полковника. Да, да. Но это не столь существенно. Ну, так вот, ознакомился я с вашей вещицей. Ну, разумеется, над ней придется изрядно поработать. Вещь, как говорится, надо поставить с головы на ноги. Перекроить все, что там у вас это. Я, видите ли, представлял себе тихую камерную пьесу. Все построено на полутонах, на интимных переживаниях. Нет, 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 нет. Что вы, это не годится. Нет. Ее надо подать совершенно гротескно. Но позвольте, моя героиня Клара забитое беспомощное существо. Откуда вы взяли? Да ваша Клара садистка. Ярко выраженная садистка. Да что вы говорите? Конечно. Взгляните, вот тут, на странице 37. Данаш говорит ей, не мучь меня, Клара. Совершеннейшая садистка. При этих словах Данаш должен корчиться на полу, а она будет стоять над ним в злобной радости, переходящей в истерический припадок. Вот как я это вижу. Я представлял себе все это совершенно иначе. Это будет лучшая сцена. Иначе у первого акта не получится впечатляющей концовки. Зрителя надо бить по голове. Да что вы говорите? Обязательно. Особенно под занавес. Но я как-то об этом не подумал. Ну как же. Ну, теперь два слова о декорациях. Ну что же, сцена изображает обычную комнату. Но там должны быть какие-нибудь ступеньки или помост. А зачем? Ну, чтобы Клара могла встать на них, когда она восклицает «О, боже, ни за что!». Эти слова надо акцентировать, вы понимаете? А помост или ступеньки их и акцентируют. Ну, минимум трехметровый помост. Ах, вот как. Да. С него потом в третьем акте прыгнет Густав. А зачем же ему прыгать? Как зачем? Ну, у вас же там ремарка, как тигр врывается в комнату. Обязательно должен прыгнуть. Это одно из самых сильных мест. Видите ли, пьесу надо оживить. Ну, не хотите же вы, чтобы у вас получилась заурядная, нудная канитель? Ну, разумеется, нет. Ну, мы возьмем зрителя за горло. Мы выжмем из него слезы, черт его побери. Я хочу, чтобы все взоры, все чувства были прикованы к нашему охотничьему домику. Какому охотничьему домику? Мои герои живут в городе. Кто вам сказал? Да как же, у меня написано, что они живут в городе. А кто же им мешает переселиться в деревню? На лоно природы, в какой-нибудь охотничий коттедж.
Театр, дорогой мой, имеет свои законы. Это искусство синтетическое. Актеру должен помочь вой ветра, шум дождя, лай сторожевой собаки. Вот как я это вижу. Это несколько неожиданно для меня. Вы знаете, я должен осмыслить, пережить. Пожалуйста, дорогой, кто вам мешает? Переживайте. Мы должны переживать вместе, рука об руку, в едином творческом горении. Неправда, я так и мыслил. Вот тут у меня намечено распределение ролей. А, вот отлично, отлично. Спасибо, большое вам спасибо. Вы знаете, желание автора для нас священно. Так ценно, когда свежий глаз видит актера в том или ином образе. Мы ведь, признаться, погрязли в театральной рутине, в штампах. Давайте вашу записочку. Пожалуйста. Да, спасибо. Так, посмотрите, где у меня очки-то? Ой, очки, очки. Ага, сейчас, сейчас. Во, вот так. Так, 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 так. Клара, госпожа новая. Да, я специально для нее писал эту роль. Нет, не пойдет. Не пойдет. Почему? Госпожа новая уже... Старая. Да что вы, у нее такой темперамент. Господин директор этого не находится. Да, да. Нет, 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 нет. Мы отдадим Клару госпоже Мезлик. Мезлик? Да. Позвольте, но она же старая. А господин директор этого не находится. Да, да. Так, Данош, господин Врзал. Ну, это вы, конечно, шутите. Почему? Ну, что, Данош, это высокий, худой, стройный такой юноша, тоненький, как былинка. Нет, 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 нет. Данош будет играть господин Голуб. Этот толстяк? Ну и что же? Дорогой мой, вы учитесь видеть в актере его нутро. Его суть, его священный огонь. Ну, словом, Голуб это сыграет. Что тут еще? Марженко госпожа Михочкова. Но ведь Михочкова не поет. А разве Марженко должна петь? Обязательно. Обязательно. Что? Я даже знаю, что. У меня с утра вертится в голове этот мотив. Вот пойдемте к роялю, пойдем. И вот, садитесь, пожалуйста, тут. Вот, ну. Есть часы на старом здании, видно их со всех сторон. И у тех часов свидание назначает весь район. А? Кого? Нет, нет, дорогой, Марженьки я вам не отдам, нет, нет. Ее сыграет мадемуазель Лозечка, вот кто ее сыграет. Впрочем, давайте сделаем так. Оставьте нам вашу записочку, мы все продумаем, учтем ваши пожелания. Вот, вот тут вы пишете. Рассыльный господин Гавлина. Да. Не возражаю. У него ведь что, там одна только реплика? Да. Какая? Распишитесь, пожалуйста. О, он отлично скажет этот монолог. Так, ну, решено. Он получит эту роль. Вы довольны, дорогой? Ну-с, итак... Завтра первая читка. Я могу прийти? Ну, еще бы, еще бы. Где же и быть автору, как не у колыбели своего детища? Непременно приходите, я вас очень прошу. А, впрочем, не советую. Нет, это, знаете, первая читка, это такая черновая работа, первые наброски. Мы лучше позовем вас попозднее. И режиссер совершенно прав. Если вы намерены написать или уже написали пьесу, не советую вам ходить на первое ее чтение в театре. Нет, впечатление получится самое удручающее. Наш автор не внял этому плохому совету и явился на читку. Ну, собрались несколько актеров, все они выглядят смертельно усталыми, зевают, потягиваются, одни сидят, другие стоят, и все тихонько кашляют. Проходит с полчаса, и, наконец, начинается... Чтение в лицах! Thank you.
Вот, внимание. Внимание. Тихо, тихо. Тихо. Приступим, господа. Читаем пьесу «Посох полковника». Ой. То есть «Посох поклонника». Нет, «Посох паломника». Пьеса в трех действиях. Бедно обставленная комната. Направо дверь в переднюю, налево в спальню, посередине стол и прочее. Так, входит Иржи Даниш. Ну, где господин Голуб? Где господин Голуб? Ну что же, он не знает, что у нас сегодня читка в лицах? У него халтура. А, так. Тогда я буду читать за него. Значит так, входит Иржи Даниш. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Ну, Клара. Ну, черт побери, где Клара? Ну, где госпожа Мейслик? Она, кажется, больна. А. Мне вчера Мария говорила, ну, что она устала. Тихо. Тише, тише, тише. Ну, ладно. Хорошо, я прочту из-за нее тоже. Значит, Клара, что с тобой стряслось? Ты знаешь, Клара, как я уважаю Густава, но то, что... Режиссер во весь дух, точно его подхлёстывает, читает диалог Даныша и Клары. Никто его не слушает. А на другом конце комнаты идут тихие разговоры. Я купила себе серые перчатки. Это великолепно, это потрясающе. Открывается дверь. Тихо. Открывается дверь, и входит Марженка. Ну, слушайте, мадемуазель Лойзичка, ну что, ну возьмите уши в руки. Ведь это же вы, Марженка. Я знаю. Ну так читайте, почему же вы не читаете? Я забыла роль дома. Ах, так, да. Угу. Ну хорошо, пропустим эту сцену. Так, значит, явление четвертое. Входит Густав. Ну, Густав, ну где же Густав? Сейчас. Да. Какая страница? Шестая. Шестая. Да. Ну. Ну? Ну, вам понятен образ Густава? Да. А что там у него? Ну, это, знаете, такой веселый, жизнерадостный бон виван, такой весельчак. Ну, валяйте. Добрый день. Вчера кутили в золотом ястребе. Хохотали до упаду. Слушайте, Клара, когда вернется ваш мошенник? Какой мошенник? Муженек, а не мошенник. Чего? А у меня сказано мошенник. Ну, это ошибка машинистки, исправьте. А пускай она переписывает как следует. Я только что был развернулся, вошел в форму и... Хорошо, будьте здоровы и поехали дальше. Так, ты все кутишь, мой дорогой. Но что делать? Такова моя натура. Косноязычно, торопливо, заунывно звучит текст нетерпеливо ожидаемой новинки. Актеры, прочитавшие свою роль, встают и уходят, если даже до конца пьесы осталось 3 страницы. Никто не интересуется, чем кончится интрига. Наконец звучит последняя реплика. Друг мой, я никогда не забуду, что ты сделал для меня. И занавес. Ну вот. Наступает молчание. Да. Да. Прошу высказываться. Как кто понимает свою роль, что хочет вложить в нее. Ну, прошу побольше творческой смелости, дерзания, огня. Ну, господин Плацапко, у вас есть какие-нибудь вопросы? Много. Ну, да. Он пьет? Да, во всяком случае, выпивает. Так, а у вас... Ну, тогда все ясно. Да. Ага. А у вас, госпожа Лазичка? Да, у меня назрел вопрос. Ну. Господин режиссер, да. А какое я должна надеть платье? Я думаю, что во всяком случае, вы можете... Что я больше надеть... не занята? Да, нет. Совершенно не хорошо. Вот, собственно, в этом плане и развернулись дебаты. Автор, пошатываясь, устремляется прочь, подавленной уверенностью, что во всей истории театра не было еще такой скверной, безнадежно унылой пьесы. А в театре тем временем продолжаются репетиции. На одной из них вновь является трепещущий автор. Но он находит свою пьесу в таком раздерганном и клочковатом виде, что хоть плачь. Актеры мрачны, режиссер тычет пальцем в пустое пространство.
Репетиция. Так, внимание, начинаем. Начинаем, господа. Начинаем. Итак, прошу запомнить. Вот здесь двери, а там вешалка. Вот, это вот другие двери. Вот так. Теперь стул – это диван, а другой стул – это окно. Вот этот столик – пианино, а вот тут, где пустое место, вот здесь вот этот столик. Так, госпожа Мезлик, вы войдете в двери и остановитесь около пустого места, около столика. В другие двери входит Даныш. Ну, давайте. Что за чертовщина? Где опять господин Голуб? У него халтура. А, ну так я изображу Даныша. Внимание, Даныш входит. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Потом Даныш должен подойти к окну. Ну, госпожа Майслик, не садитесь, пожалуйста, на стул. Это же окно. Итак, еще раз. Вы входите слева. Да вы же лезете через диван. Господи боже, вот-вот вы идете так вот, вот здесь. А Даныш идет вам навстречу. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Я с удовольствием съем еще кусочек. Что такое? Что это вы читаете? Первый акт, страница вторая. Что, ничего подобного там нет. Дайте-ка сюда. Дайте, да, да, так, да. Да, я съем кусочек. Господи боже, да ведь это же другая пьеса, голуба, ну что вы? Вчера мне прислали эту. Ну возьмите пьесу у суфлера и будьте повнимательны. Итак, я выхожу справа. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Да это же не ваша фраза. Ну что, вы же сами Клара. Ну что вы кричите? Я думала, что это монолог. Да никакой не монолог. Я выхожу и говорю, Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Ну, ах, вот что. Ну-ка, дайте-ка мне еще раз эту реплику. Хорошо. Так. Клара, со мной случилось... Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Утес. Табак трясло. Что? Утес табак трясло. Что такое? Что это за слово? Да тут неразборчиво. О, Господи боже, да что вы там написано? Что с тобой стряслось? Читайте же вы как следует. Ну что это такое? Ну начинаем, начинаем. Так, значит, Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Что с тобой стряслось? Ты знаешь, Клара, как я уважаю Густава. Но автор с отвращением чувствует, что в мире еще не было более нелепой и топорной фразы. А почему? Никогда, никогда не распутается этот хаос. Никогда человечество не осознает, что приключилось нечто необыкновенное. Никогда пьеса еще не двинется с места. Входит Марженка. Боже мой, ой, кто ударил? Ой, кто тут стульев наградил? О, чулок! Ну, во-первых, это не стулья, а диван и окно. А во-вторых, вы должны выходить слева. Нет, я не могу больше выходить. Я ударила коленку. Ну, в таком случае пойте. Горло-то вы не ударили? Ой, ну, нет, я забыла ноты дома. А, ну, тогда я спою сам. Маэстро, к роялю, скорее, пожалуйста, куплеты Марженки. Тихо за кулисами. Есть часы на старом здании, видно их со всех сторон. И у тех часов свидания назначает весь район. Ну и поехали дальше. Стоп, маэстро. Боже мой, боже мой. Это стонет бедный автор. Он уверен, что его пьеса не будет готова и через 7 лет. Ну, теперь занавес кверху. Оркестр. Маэстро, прошу увертюру. Маэстро, минуточку, подождите. Вот в чем назначение нашей увертюры? Понимаете, она должна настроить зрителя, ввести его в сокровенный мир глубоких психологических переживаний, тончайших нюансов, я бы сказал. Так, увертюра должна отразить образ каждого из действующих лиц, сплести их в замысловатый музыкальный клубок. Так вот я это слышу. Маэстро, пожалуйста, прошу, прошу увертюру. Thank you.
мы вводим зрителя в атмосферу произведения, в гущу тех драматических событий, которыми насыщен способ покойника. Вот это способ посох паломника. Вот. О, господин режиссер, да. Я не чувствую себя в этой увертюре. Как не чувствуете? А тромбон? Партии тромбону. Маэстро, прошу тромбон. Ну-ка. Вот в этих звуках вся Клара. С ее муками, с ее припадками, с ее истерией. Этот тромбон вы, дорогая Мейзлик. Господин режиссер, да? А как отражен в увертюре мой Густав? Ах, это весельчак, это забулдыга, это бомбиван в фаготе. Именно в фаготе. Маэстро, прошу партию фагота. Вот он, ваш Густав, как живой. Ну, музыка – это только начало. Дальше настроение будет подчеркивать целая гамма звуков, окружающих уединенный охотничий домик. И прежде всего лай собаки. Собака здесь? Что такое? Почему нет собаки? Да-да, я здесь, начало репетиции. А, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вот что, собака, будьте любезны, ваш образ, как голос, дайте голос. Вот так, еще. Еще. Стоп. Не то. Я вижу этого лохматого великана, этого верного сторожевого пса. Вот так вот мне рисуется. Простите, да. Видите ли, я трактовал несколько иначе этот образ. Я мыслил, что это такой молодой, добрый пес. Да нет, он не сердитый, он не свирепый, но, знаете, он тоже... Себе на уме, ему палец в рот не клади. Нет, да. Понимаю. Да. Ну, тис, дайте этот образ. Как? Так, еще. Стоп! Не то. Не тот образ, понимаете, хотелось бы немножко больше... Домашнего уюта, тепла, вот так вот. Понимаю. Простите, может быть, нам сделать так, как мы лаем на Луну? А, вот, пожалуйста, вот. Пожалуйста. Да. Ну, тис. Вот. Ну, давайте еще. Вот. Так. Давайте еще. Вот, стоп. Фиксируем этот образ. Пожалуйста. Так, теперь, значит, буря и гроза. Кто у нас буря и гроза? Я, господин режиссер. А, вы, мадемуазель. Покорнейше прошу, дайте бурю и грозу, пожалуйста. Сейчас, господин режиссер. Пожалуйста. Это подойдет, господин режиссер? Попрошу вас, мадемуазель, немножечко помягче. Так. Так, рисунок, в общем, верен. Но хотелось бы кое-что тут уточнить. Попрошу вас, мадемуазель, задержаться после репетиции. Мы проработаем с вами бурю и грозу. Хотелось бы не такой вот унылый осенний дождь, а весеннюю такую грозу, после которой все свежеет, хорошеет. Понятно? Вполне, господин режиссер. Господин режиссер. Ой, что же вы щиплете? Что вам? А какие мне чулки надеть? Чулки обыкновенные. Эта марженка открывает клапан для целого града различных вопросов. Господин режиссер, да. Перчатки должны быть серые. Да, он ведь факт. Господин режиссер, да. У нас в Бутафорской нет аквариума. Я принесу из дому. Господин режиссер, да. Какой у меня будет парик? Обыкновенная овчарка. А ошейник будет? Кожаный. Господин режиссер, за эти гетры должен заплатить театр. Да, я господин режиссер, в аквариуме должны плавать рыбки. Сделаем рыбу. Тише, господин режиссер. Можно мне не падать на пол, когда я теряю сознание? Я могу испачкать платье. И только автор не задает никаких вопросов. Он чувствует себя самой последней и лишней спицей в колеснице. Так ему и надо. Нечего было сочинять пьесу.
Одновременно с режиссером и художником за дело берется портной, костюмер. В один прекрасный день господин Голубь, играющий роль Даныша, входит в святилище костюмера. Мое почтение, господин Голубь. Здравствуйте, здравствуйте, дорогуша. Входите, садитесь, прошу. Нет, 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 не сюда. Вот, это кресло для вас. Прошу, насчет костюма. Да, опять для новой роли. К вашим услугам. А что вы играете? Я, знаете, рольку-то еще не учил. Да это и не важно, господин Голубь. Был бы костюм, недаром говорят, платье делает человека. Чем же могу служить? Пьеса современная. Современная? Что вы с нами, костюмерами, делаете? Могу, впрочем, предложить вам вот эти. Нет, 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 нет. Вот, вот эти. Брюки. А, не угодно ли? Каков фасончик, а? Что это? Брюки. Не похоже. Да вы знаете, что это за брюки? Вы знаете, кто играл в этих штанах? В них еще в прошлом столетии играли самые знаменитые и прославленные трагики. Старье, уважаемый, ну старье. Мне нужно современное гражданское платье. Откуда я его возьму? Поймите, дорогуша, мне нужна пара светлых брюк, пиджак и больше ничего. Понимаю, понимаю. Светлых брюк нет. Слушайте, возьмите офицерские лосины. На что они мне? На ноги. Да нет, я говорю, на что они мне нужны? Как? Да вы знаете, что в этих лосинах стяжали себе успех актеры, вошедшие в историю театра. Положитесь на меня, господин Голубь, наступит премьера, поднимется занавес, и публика скажет: великолепно играет этот камзол на господине Голубе. А если мы на груди подложим ватин, да поставим светлую подкладку, успех обеспечен. Вы думаете? Сколько переодеваний? Ни одного. Боже мой, что вы с нами делаете? Ну что это за пьеса? Совершенно ерунда. Ни одного переодевания. Вырождается театр. Ну, что же, пойдемте, поищем брюки. Не забудем и о парикмахере-гримёре. Его мастерская, спрятанная где-то в недрах театра, похожа на храм дикарей из старого романа. Здесь лежат самые разнообразные скальпы. Курчавые, длинноволосые, темные, рыжие, сидеющие и совсем серебряные. И даже лысины всех родов. На столах стоят головы, держащиеся на обрубках шеи, и лежат носы. Острые носы дураков, красный картофелиный пьяниц, орлиные носы рыцарей и злодеев, мохнатые брови, усы и усища всех фасонов, бороды бандитов, благородных отцов и монахов, все виды причесок, которые только есть на свете. Но обратимся к дальнейшему ходу событий. Генеральная репетиция. Ну, что же это? Господа! Господа, прошу на сцену, господа, прошу. А, госпожа Майзлик, мое почтение. Как мы себя чувствуем? Совершенно не могу разговаривать. Здесь такой сквозняк. Господин автор, скажите, чтобы меня немедленно отпустили к доктору, иначе я просто не смогу играть. А я? Господин автор, вы попробуйте, какая у меня температура. А голос? Вы слышите, дорогуша? Слышите? Мне надо бы полежать по крайней мере недельку. Боже мой, ну что же делать? Я не помню ни слова из своей роли. Господин автор, скажите, чтобы отложили премьеру. Начинаем, начинаем. Где третья стена? Почему нет третьей стены? Господин режиссер, она находится еще в декорационной мастерской. А, ну закройте пока каким-нибудь лоскутком. Я поставлю дремучий лес. Ставьте, вот. Ставьте, хорошо. Так, так, начинаем. Да. Эй, ребята, что за стук? Что вы там делаете? Тут надо закрепить косячок. Господин режиссер, почему не начинаем? Все, кроме артистов, долой со сцены. Сейчас, сейчас только закрепим косячок. В самом деле, господин режиссер, почему не начинают? Там надо закрепить косячок. Нашли время. Им важнее какой-то косячок, чем моя пьеса. И что это такое косячок? Господин автор, а да? Почему не начинаю? Нужно закрепить косячок. Как вам нравится мое платье? Платье?
Это именно то, в чем я себе представлял Марженку. Простенький наряд без претензий. Так ведь это самый модный фасон. Ах, да? По местам, господа, по местам. По местам, начинаем. Прошу, тихо, внимание, начали. Клара? Со мной приключилось. Знаю, знаю. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Что с тобой стряслось? Нет, 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 не годится так. Ну, начать все сначала. Что это? Разве это темп? Клара, встаньте на место, повторим. Данэш входит, понимаете, входит. А вы что же стоите у суфлерской буквы? Пожалуйста, пожалуйста. Ну, хорошо, начинаем. Клара. Со мной приключилось. Клара, со мной приключилось... Что? Нечто необыкновенное. А? Нечто необыкновенное. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Что с тобой стряслось? Ну что, ну кто так двигается? Что это такое? Это походка умирающей туберкулезницы. Повторите еще раз. Ну. Клара, со мной стряслось... Черт. Со мной приключилось нечто необыкновенное. Что с тобой стряслось? Ах ты капризы... Надоело. Черт. А что с ней такое, господин режиссер? Невозможно послезавтра давать премьеру. Надо отложить. Обязательно отложить. Почему? В чем дело? Так вы думаете, послезавтра можно играть в спектакль? Да ведь все же идет отлично. Стоп! Никуда не годится. Вы же заслоняете партнершу. Ну, пройдем выход Марженки. Прошу песенку. Есть часы на старом здании, видно их со всех сторон. И у тех часов свидание назначают... Тысяча чертей, да кто там стучит? Вытолкните его в шею. Это ставит косячок. К чертям косячок. Маэстро, прошу. Есть часы на старом здании, видно их со всех сторон. И у тех часов свидание назначают... Стоп. Почему солнце не светит в окно? Как не светит? Светит? Что, это вы называете солнцем? Сделайте ярче. Тогда надо ввинтить пару тысячных. Ну так ввинтите, черт вас возьми. Чего вы копаетесь? Живее. Откуда их взять, если они перегорели? Ну ввинтите, что хотите, только бы горело. Повторим выход Марженки. Маэстро, прошу. Ну, где музыка? Почему нет музыки? У оркестрантов перерыв. Черт, перерыв, ну тогда... Господин режиссер, ну? Уже час дня, будем мы репетировать или нет? А почему вы не репетируете, пожалуйста? Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Прекратите стук сейчас же! Там прибивает косячок. А, черт, ну хорошо, хорошо, начали снова. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Плохо, 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 там потушите третий софит. Что с тобой стряслось? Еще меньше, меньше, еще. Что вы там копаетесь? Господин режиссер, да ведь третий софит совсем не светит. Ну а что же там такое светит? Это люстра. Вы сами велели ее включить. Но это не ваше дело, что я велел. Выключите люстру и зажгите третий софит. Клара, со мной приключилось? Плохо. Дайте в люстре желтый свет и включите рампу, черт возьми. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Клара, где Клара? Клара! Ну что такое? Что это? Почему не репетируете? Клара вышла на минутку, господин режиссер. Да надо репетировать! Пусть сейчас же идет на сцену. Но ведь она... Что но? Никаких но. Начинайте. Вот она идет. Ты знаешь, со мной приключилось нечто необыкновенное. Что с тобой стряслось? Что вы говорите там? Что вы говорите? Ну, сначала. Ну кто там стучит? Это прибивает косячок. А, черт. Ну, а вы там со стремянкой, что вам нужно-то? Гардины повесить. Какие гардины? Почему вы их не повесили раньше? Да потому что раньше мне не привозили материала. Ну, хорошо, вешайте. А вас, Клара, я попрошу, встаньте вот левее. Вот тут левее и так тихо-тихо-тихо входит. Кто такой еще там? Драпировщик упал со стремянки. А, ну, хорошо, хорошо. Ну... Давайте, черт его возьми. Ну, еще раз, сначала, пожалуйста, выходите. Данэш, пожалуйста. Что такое? Что там опять за шум? Не туда прибили косячок. И черт вас возьми, хотя будем мы репетировать или нет? Что это такое? Довольно! Убирайтесь вон все!
Автор закрывает глаза и затыкает уши. Наконец-то разразился главный скандал. Скандал генеральной репетиции. Ведь считается, что для того, чтобы премьера пошла гладко, на генеральной репетиции обязательно должен быть скандал. Не бывало еще генеральной репетиции без скандала. И вот он разразился, дикий, трескучий, захлебывающийся скандал, назревавший и бродивший с утра. Скандал горячечный, бестолковый, несправедливый, как мир, и необходимый, как дождь в природе. Скандал, наполнивший всех, и автора, и актеров, и технический персонал, и бушующего режиссера, отчаянной злобой, изнеможением, тоской, горечью, обидой, стремлением бежать из этого проклятого театра. Такова атмосфера генеральной репетиции. Автор сидит как на иголках. «Боже мой, Господи!» – думает он. «В жизни не буду больше писать пьес!» Если бы он сдержал свое слово. Премьера! Премьера – это роковой момент, это выражение отчаянной решимости предоставить, наконец, пьесу самой себе. Как известно, премьеры имеют свою постоянную публику. Есть люди, которые ходят только на премьеры, говорят, что это страстные театралы или просто любопытные люди, снобы или любители щегольнуть туалетами. А ваше мнение, господин автор? Не знаю. Но думаю, что их гонит на премьеру бессознательный садизм. Вы не улыбайтесь. Им приятно насладиться муками автора, волнением актеров, агонией режиссера. Они приходят на премьеры, как в Древнем Риме ходили в Колизей на растерзание христиан или там бой гладиаторов. Ох, это кровожадные люди. На воду. А как себя чувствуете? Вчера, которые проходят. В прошлый раз я имел удовольствие. В минуты, когда публика, шурша программами и переговариваясь, рассаживается на места, автор бегает вокруг театра, ощущая странное и нестерпимое сосание под ложечкой. Перед самым началом он проскальзывает в полутемную ложу и падает на стул, судорожно вцепившись руками в барьер. Сейчас он один. Один, как никогда на свете. Ах, скорее бы взвелся занавес, думает автор. Скорее бы услышать, Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Что он говорит? Ведь действие происходит в 5 часов вечера. Я этого никогда не писал. Начинай же. Да, представь себе. Уж не произошло ли с тобой что-нибудь необыкновенное? Да, доклада, представь себе, со мной приключилось нечто необыкновенное. Что же с тобой стряслось? Умница, я спасен. Знаешь, Клара, как я люблю Густава. Вот то, что я узнал! Не волнуйся, Данэш, ну что же ты узнал? Ах, Клара, это слишком невероятно. Все пошло как по маслу. Диалог так и журчит. Через минуту Клара, как подкошенная, упадет без чувств в кресло. Что ни говори, это сильное место. Ты поражаешь меня! Подожди, Клара, подожди, это еще не все. Дальше Густав подписал версию. Боже мой, недотёпа Данэш положил на кресло шляпу. Вот оно. Теперь Клара сядет на шляпу своего супруга, и все погибло. Что делать? Хоть бы паника, что ли, началась в театре. А что, если встать и крикнуть пожар? Ты понимаешь, Клара, что я мог подумать о Густаве? Мужайся, еще не все кончено. Вот. Сейчас она сядет на эту проклятую шляпу. О,
Боже мой, неповторимая, находчивая Клара взяла шляпу в руки и только потом, как подкошенная, повалилась в кресло. Какой талант! Это просто гениально! Этого я Густаву никогда не прощу! Но, Клара, как я должен был поступить? Нет, только не разрыв. Оставь меня, Клара, оставь! Это его погубит! Но что она будет делать с этой шляпой? Не держать же шляпу в руках до конца акта. Ну, почему она не кладет шляпу на стол? Ой, наконец-то. Положила. Но как это вышло неловко. Как ужасно заметно. Автор боязливо оглядывается на зрительный зал. Странно, но, кажется, никто не заметил катастрофы со шляпой. Автор оборачивается к зрительному залу и видит кашляющих и сморкающихся зрителей. Потом снова оборачивается к сцене. Как? Диалог еще не кончился? Ну, почему так долго? О чем я думал? Его надо сократить. Ах, если бы хоть еще одну репетицию. Слава богу, диалог окончен. Теперь подходит важнейшая часть пьесы. Ключ ко всей интриге. Короткий и напряженный разговор на трех страницах, а за ним... А? Что это? Внезапно на сцену выбегает Марженка, которая должна была появиться позднее, гораздо позднее, только после этих трех страниц. Автор замирает от ужаса. Боже мой. Что теперь делать? Занавес. Дайте занавес. Три страницы разговора пошли к черту. Ключ ко всей интриге безвозвратно утерян. Теперь никто не поймет пьесы. Завязка сорвана. Без этих трех страниц вся пьеса совершенная бессмыслица. Автор бьет дрожь. Клара и Даныш на сцене тоже ошеломлены. А Марженка, как ни в чем не бывало, щебечет свой текст. А, вот слышите, вот она начинает свою песенку. Есть часы на старом здании, видно их со всех сторон. И у тех часов свидание назначает весь район. Здесь поклонник ждет девицу, продавщицу ждет солдат. Своенравную девицу ждет солидный адвокат. Но пройдет влюбленный мимо, все они кого-то ждут, а часы неутомимо отбивают ход минут. Вдруг не знаю, что случилось, или забыли завести, но часы остановились, стали ровно на шести. Дни проходят, все торопятся, спешат, а часы, увы, не ходят, на шести весь день стоят. Без движения, без дыхания, на шести стоят, как есть. И теперь район свидания назначает только в шесть. Без движения, без дыхания, на шести стоят, как есть. И теперь район свидания назначает только в шесть. Эй-я-я! 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 Бомбичка! 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 Марженка явно имеет успех. Но разве это поможет беде? Свистки и крики поднимутся, когда кончится акт. Бедный автор хочет провалиться сквозь землю. Он бежит из ложи, прячется в чью-то артистическую уборную, сжимает голову руками. Только бы никому не попасться на глаза. Все это слабо, плохо, нестерпимо, глупо, бессмысленно. Я погиб, я погиб. Что это? Словно где-то шумит вода, течет, плещется. Шум то ослабевает, то нарастает. Хоп! Кто-то открыл дверь в артистическую горную. Где он? Кажется, здесь. Нет, он сюда пошел. В ложе я видел. Ничего подобного, он же здесь. Идите сюда. Вот он, вот он, автор, вот он, вот он.
Автора берут под руки и влекут куда-то рысью, со всех сторон его хватают, толкают. Он спотыкается, ничего не видит, не соображает, отбивается, дергает ногой. Но еще мгновение, и он уж как из пушки вылетает на сцену. Сияющие Клара и Марженко ведут его к рампе, а внизу что-то шумит, плещет, как водопад. Автор видит сотни плавающих в тумане лиц, искривляет губы в идиотскую улыбку и несколько раз быстро сгибается в пояснице. Наконец занавес падает. Фу. А. Автор снова за кулисами, ослабевший, размягший, словно пустая наволочка. А тут кипит работа. Живей, ребята, живей! Господин режиссер, замечательно, замечательно. Могло быть и хуже. Послушайте, а что если в дальнейшем Клара действительно садилась бы на эту шляпу? Я думаю, это будет смешно. А там совсем не нужно, чтобы было смешно. Ребята, торопитесь, а то мы не кончим к 11. А, господин Голуб, хорошо. Очень хорошо. Что, что, дорогуша, это же пустяковая роль. А моя Марженка, где Марженка? Плачет. А режиссер всыпал ей как следует. Вон она сидит за шкафом. Мадемуазель, ну успокойтесь. Да разве я виновата, что там два раза подряд одинаковая реплика? Ну и что ж ты? Мой выход после реплики Клары никогда. А при чем тут я, когда она говорит его дважды? Ну, ну не плачь, ну умоляю. Так, так меня изругать и тут же на премьере. Как я теперь буду играть? Ну, успокойтесь, мадемуазель. Ведь, ей-богу, никто не заметил, что там выпущен какой-то кусочек текста. И он прав больше, чем сам думает. Никто не обратил внимания на то, что первый акт был бессмысленным. Такие вещи не замечаются. Но вот спектакль окончен. Однако автор остается в полной неизвестности, провалилась пьеса или имела громадный успех. Правда, его вызывали, но, может быть, публика просто потешалась или жалела его, или еще неведомо что. Он подозрительно прислушивается к восклицаниям в фойе, в раздевалке. Нет, это очень хорошо. Я поздравляю, поздравляю. Вы рады, наверное. Ну, а я бы немного сократил акт. По-моему, пьеса отлично поставлена. Нет, ну актера, конечно, не дотягивает немного, но это же общество. Не мешало бы сократить третий акт. А я бы сделал другой конец. Клара, просто невозможно. И второй акт не мешало бы сократить. Вы можете быть вполне довольны вечером. Я очень. И на следующее утро автор, актеры и режиссер покупают все газеты, чтобы хоть из высказываний и критики узнать, каков, собственно, был спектакль. Что ж, из газет они узнают, что пьеса, первое, имела успех. Второе, была принята прохладно. Третье, часть публики шикала. Четвертое, пьеса была принята тепло и имела заслуженный успех. Что режиссер ничего не сделал. Сделал все, что мог. Не был достаточно внимательный к пьесе. Был весьма добросовестен. Что игра актеров была, первое, живой, второе, вялой. Третье – с подъемом, четвертое – скучный. Что актеры не знали ролей и способствовали успеху пьесы. Что Клара играла блестяще, была явно в ударе, ложно трактовала роль, наполнила ее подлинной жизнью, была блондинкой, была брюнеткой, и даже что мадемуазель Еролимова блестяще исполнила роль Клары. Хотя, насколько мне известно, Клару играла я, госпожа Мейзлик. Подлецы. И что в целом ансамбль был, как всегда, на высоте, но весьма слаб. Так автор никогда и не узнает, удалась ли ему пьеса. Даже количество спектаклей ничего не доказывает, ибо принято считать так. Если пьеса быстро сошла со сцены, это потому, что она провалилась и никуда не годится. Если же она выдержала много представлений и делает сборы, то потому, что это халтура, угождающая низменным вкусом. Да.
Да, трудно работать в театре и для театра. И все-таки все вы будете счастливы, когда настанут дни новой постановки. Вы авторы, и вы актеры, режиссеры, машинисты, парикмахеры, бутафоры и портные. Это долгие пасмурные дни, злые и тяжелые, как жернова. И все-таки все вы будете счастливы. Здесь, за кулисами, среди бела дня, можно видеть весь тот обман, оправдание которому лишь в творческом общении актера с публикой. Но когда гаснет свет и поднимается занавес, грубо намалеванная кулиса становится чудесным пейзажем. Жесть золотом, пенька бородой пророка, а карминовая краска обольстительными устами, за право поцеловать которые бьются на сцене герои. Обман тает перед глазами зрителей, уступая место художественной правде и очарованию театрального зрелища.